Кавказском Полесье на Житомирщине обнаружены богатые месторождения ископаемых. Сейчас из полесских недр добывают ценный минерал ильменит. На Иршанском горнообогатительном комбинате работы ведутся открытым способом. Высокопроизводительными механизмами управляют опытные горняки-машинисты. Коммунист Владимир Стрюченко, недавно демобилизованный из флота Анатолий Молчанов. По транспортеру руда подается прямо на обогатительную фабрику. Здесь с помощью оснащенных автоматикой агрегатов из ильменита извлекают титан. В новой пятилетке предусмотрено дальнейшее увеличение добычи ильменита.